Сегодня в Новосибирске рынок апартаментов является одним из самых динамичных. Объемы продаж в последнее время бьют все рекорды. Каждый новый проект круче предыдущего. Но есть одно «но». Свой доход от сдачи в аренду апартаментов вы начнете получать еще не скоро. Через год, через два, через три, когда ваш проект будет достроен. Если вы считаете, что деньги должны работать, и вы хотели бы получать доход уже завтра, обязательно досмотрите наше видео до конца. Я вас познакомлю с уникальным проектом для Новосибирска сегодня, где вы сможете получать гарантированную доходность, круглогодичную гарантированную доходность, которая с каждым годом будет только увеличиваться. Смотрим. Предлагаем рассмотреть уникальную возможность покупки гостиничных номеров с целью получения высокого арендного дохода в загородной резиденции «Поляна Верде» от создателя проектов «Санаторий Сибиряк» в городе Бердск и «Лес Глэмпинг энд Спа» в городе Сочи. Курортный спа-отель «Поляна Верде» расположен в уединенном месте Искитимского района, вблизи Обского водохранилища, всего в 35 километрах от Новосибирска, в окружении живописного смешанного леса. «Поляна Верде» напоминает уютный европейский комплекс. Простые формы, внимание к деталям, гармоничная и лаконичная архитектура – это главные особенности голландского подхода. Здесь каждый почувствует искреннюю заботу первоклассного сервиса и получит эстетическое удовольствие от каждой минуты отдыха. На территории резиденции расположены 124 номера с отельным сервисом, закрытый термальный комплекс площадью 930 квадратных метров с четырьмя видами бань и тренажерным залом, открытый и закрытый подогреваемый бассейн, спа-комплекс, два ресторана. Коворкинг, детская игровая комната, творческий центр, магазин. Круглосуточный ресепшн с консьерж-службой. Большая парковка. Открытые спортивные и детские площадки. Благоустроенный парк с местом для занятий йогой. Территория комплекса составляет площадь 7,7 гектаров. Ввод в эксплуатацию проекта 1 января 2023 года. Гостиничные номера, которые вы можете купить, представляют собой полноценные апартаменты. Недвижимость оформляется в частную собственность. Минимальная площадь апартаментов – 42 квадратных метра. Минимальная стоимость продажи – 10 миллионов 700 тысяч рублей. Во всех номерах выполнен дизайнерский ремонт. Все номера укомплектованы под ключ, мебелью, техникой, текстилем, посудой. Управляющая компания берет на себя все заботы по управлению номерами и гарантирует стабильный доход. Все номера сдаются посуточно. Если все-таки поговорить о доходности при покупке апартаментов в вашем проекте, я правильно же понимаю, что есть две опции. Первая – это гарантированная доходность. Да, да. Да, когда люди выбирают, ну, есть те, кто выбирает такой формат, лишь бы была гарантирована доходность, пусть она будет меньше, но зато каждый месяц. Угу. Вот в данном случае о какой цифре мы можем говорить? Да, верно, Александр. Есть гарантированная доходность, и она идет от 50 тысяч рублей. А, вот мы сейчас стоим в номере с балконом, есть номер с террасой, и есть вообще обычный номер без балкона, без террасы. Да, верно. И в зависимости от типа номера будут разные цифры, там 50, там больше и так далее. Да. С этой суммы что-то сам собственник еще должен что-то платить или нет? Или просто вот он получает 50 тысяч, это его доход, и, ну, только налоги платит.
Очень хороший вопрос. На самом деле это важно при инвестировании. Никаких дополнительных расходов больше не будет. Управляющая компания все на себя полностью забирает. Это и уборка номеров, заселение, выселение жильцов, те услуги управляющей компании. Заключается договор специальный? Да, в договоре все прописано. И самое важное, здесь управляющая компания несет расходы за коммунальные платежи. Коммунальные платежи – такая хорошая статья расходов, которую управляющая компания покрывает. При этом здесь же еще и ремонт номера, также полностью управляющая компания. Ну, текущие какие-то вещи. Да, да, текущие ремонты. Это все уже включено. И есть второй метод. Это котловой метод, когда берутся все, я так понимаю, однотипные номера, да, например, да, с балконами. И весь доход с этих номеров, соответственно, и у вас, по-моему, раз в квартал. Да, да, выплачивается, да, выплачивается инвесторам. Вот понятно, что этот доход не гарантированный. С точки зрения, мы не можем прогарантировать конкретную цифру, хотя мы можем показать на примере предыдущих. Да, но особенность его какая? То есть сколько из всего условного котла получает непосредственно собственник? У собственника доходная часть составляет 60% от сдачи недвижимости. Угу. И здесь сюда будет также включен еще, как и при гарантированном доходе, коммунальные платежи. Ну, то есть с этой суммы тоже собственник ничего не платит? Ничего не платит, да, все верно. То есть 40%, если переначить, 40% выплачивается управляющей компании и за вот все вот эти опции, сервис, да, заселение, уборка, поддерживающие моменты. И в эту же сумму входит коммуналка. Это все указано в договоре с управляющей компанией, все прописано. Для того, чтобы при динамическом ценообразовании особенно важно, чтобы инвестор понимал, какие цифры идут. Поэтому каждый месяц до 5 числа будет предоставляться отчетность, и она уже действующим инвесторам предоставляется, а выплата идет, как вы уже заметили, раз в квартал. Отлично. Пандемия, санкции, закрытие границ стимулировали спрос на загородные форматы проживания. Загородные проекты стремительно занимают на рынке свою нишу. Рост спроса фиксируется как на аренду, так и на покупку. В Новосибирской области с 2020 года интерес к приобретению загородного жилья за год увеличился в 2,5 раза, а запросы на отдых в регионе на 51%. Поляна Верде – это место, которое влюбляет в себя в любое время года. Мы открываем двери в мир высочайшего сервиса и качественного европейского отдыха в Новосибирской области. Я считаю, что это вообще уникальный проект для Новосибирска, уникальная концепция, и такого проекта больше нет. Нет, есть, конечно, проекты загородной, для такой загородного отдыха, для проведения мероприятий, но для инвестиций, для покупки гостиничных фактически номеров, которые полностью являются полноценными апартаментами, и получать доход от сдачи в аренду этой гостиничной недвижимости за городом, такого в Новосибирске нет. Поэтому это одна из уникальностей, которая дает инвестору надежду и уверенность, что здесь доход будет стабильный, он будет расти, и он будет постоянный. Расти он будет, потому что это молодой проект, это свежий проект. Этому проекту нет еще и года. Это означает, что приходит только узнаваемость. Все больше и больше людей сюда приезжают. Прочувствуют тот кайф от отдыха здесь, от проведения мероприятий. Потому что здесь же можно делать, ну, вообще все. Здесь можно проводить семинары, проводить тренинги, какие-то лектории, корпоративы, Новые года, свадьбы, спортивные мероприятия, да просто отдыхай, романтические свидания. Там, здесь предложение можно в конце концов делать, или просто проводить воскресные выходные с семьей. Здесь можно гулять, заниматься спортом. И это все на высоком уровне. Конечно же, спа еще. Великолепный, потрясающий термальный комплекс. Просто потрясающий. И все это за, по большому счету, адекватные деньги в черте Новосибирска, сюда доехать от города очень-очень недалеко. Соответственно, этот комплекс будет развиваться. Количество отдыхающих, желающих здесь забронировать номер,
на сутки, на двое, на выходные, может быть, даже на неделю, будет только расти. Я слышал историю, что в ближайшее время здесь заселится большое количество любителей рыбной ловли. То ли фестиваль у них будет какой-то, то ли какое-то мероприятие, то ли соревнование, я не знаю. Но здесь же рядом море, здесь рядом берег, здесь рядом можно много что делать, отдыхать, заниматься спортом. Поэтому как база отдыха, как загородная база отдыха высокого класса, уровня, с сервисом, гостиничным, полноценным сервисом, это потрясающая сегодня история для Новосибирска, для любого города. Но мы говорим о Новосибирске, и в Новосибирске это круто. Соответственно, если здесь будет расти узнаваемость, здесь все больше и больше будет посетителей, желающих здесь отдохнуть, то и недвижимость не будет простаивать. Причем здесь построены же вот эти дома, домики или таунхаусы для круглогодичного проживания. Здесь теплый пол, здесь санузлы, кухня полноценная. Все сделано по-человечески. Соответственно, люди сюда будут приезжать, отдыхать, а инвестор будет получать деньги, получать доход, высокий доход, поскольку база находится фактически в начальной стадии своего существования. Здесь высокий инвестиционный такой возможен доход, потому что недвижимость будет дорожать. Здесь еще появится несколько инфраструктурных вот таких историй. Здесь будет зона, где будут построены домики для, чтобы отдыхать компаниями, жарить шашлык. Здесь будет коттеджный поселок планируется. Здесь есть еще несколько идей, про которые даже, может быть, нельзя говорить. Но все это в комплексе увеличит проект в масштабе, увеличит сюда приток инвестиций, увеличит сюда количество людей, которые обеспеченных, состоятельных, просто платежеспособных людей, которые сюда будут постоянно приезжать. А поскольку это один из самых приличных комплексов сегодня в городе, если не самый приличный, самый новый, то здесь все вырастет в цене, здесь вырастет и доход от сдачи в аренду. Здесь очень много сервисов, классные рестораны, банкеты здесь можно большие проводить. Шикарный воздух, шикарная природа. Вот сегодня вот такая осенняя, глубокая осенняя погода, здесь кайфово. Да, дождик идет, но здесь кайфово. Снег будет лежать, здесь будет кайфово, потому что здесь возникнут зимние виды отдыха. Я уже узнал, что планируется на Новый год, но это просто фантастика. Я уж сам уже загорелся, что может быть здесь провести новогодние праздники. Поэтому присмотритесь, конечно, здесь инвестору нужно присмотреться и не бояться, что кому-то там может показаться, что здесь высокая цена квадратного метра. Да невысокая. Вся фишка в этой истории в том, что проект уже построен, проект уже реализован, и вы можете купить недвижимость, готовую недвижимость. Вы с первого дня можете получать деньги, доход. Вы можете посмотреть за предыдущие месяцы, какой доход здесь был, сколько получали инвесторы, те, кто уже сюда вложился, и на основании реальных цифр принять решение, стоит сюда вкладываться или не стоит. Стоит сюда вкладываться и идти по программе гарантированного дохода. Это если вас интересует стабильность, четко вы хотите понимать цифры. Или все-таки вы готовы немножко рискнуть, может быть, да. Но здесь нет никакого риска, потому что каждый сезон, он по-своему уникален. Каждое время здесь будет устойчивый поток гостей, который обеспечит инвестору устойчивый арендный доход. Вы можете купить апартаменты уже в действующем комплексе или рассмотреть приобретение в строящемся блоке. Высокая стадия готовности. Срок сдачи – середина 2024 года. Во всех номерах будет выполнен дизайнерский ремонт. Все номера укомплектованы под ключ. Получайте максимальный доход при минимальном участии.